25-метровый бассейн Брестского дворца водных видов спорта принимает спортсменов Беларуси и России. С 7 по 10 декабря здесь место притяжения спортивной силы духа. Более 320 спортсменов на протяжении 3 дней будут определять между собой сильнейших в плавании вольным стилем, баттерфляем, брасом на спине, комплексным плаванием на дистанциях от 50 до 1500 метров. Уже в стартовый день борьба среди пловцов была напряженная. Брещина практически каждый месяц встречает соревнования такого ранга, как чемпионаты страны, кубки страны. Брещина всегда находится в тройке, в плавании, в легкой атлетике, в игровых видах спорта. И на этом чемпионате мы тоже будем бороться за самые высокие места. Это шанс показать, что мы наработали за год. Все спортсмены тренировались, находились на учебно-тренировочных сборах. И это итог этих сборов. Такого рода соревнования – это отличная возможность для общения с пловцами другой страны. Ну и, конечно же, испытание воли спортсменов. Высокие результаты показывают и белорусы, и россияне. Конкуренция налицо, ведь к стартам допущены спортсмены с уровнем квалификации не ниже кандидатов в мастера спорта. Чемпионат – это уровень, опять-таки, взрослых спортсменов. Вот на данных соревнованиях стартуют мои личные спортсмены, им уже от 21 до 22 лет. Пришли они в плавание в 6, 7, 8 лет. То есть они прошли уже достаточно долгий путь спортивной подготовки. Они, скажем так, уже многое знают, многое умеют, очень мотивированные, закаленные спортсмены. Но опять-таки наша команда представлена и талантливыми юниорами, которые уже в 15 лет составляют очень сильную конкуренцию взрослым профессиональным спортсменам. Поэтому у каждого этот путь складывается по-своему и по-разному. Кто-то уже на раннем возрасте показывает очень высокие результаты, кто-то более взрослом возрасте. Опять-таки, я говорю, это зависит от таланта спортсмена, от его мотивации, от его стремления и, прежде всего, конечно, работоспособности. Чемпионат Беларуси по плаванию – это турнир самого высокого уровня в нашей стране, в котором соревнуются сильнейшие и титулованные спортсмены. Для меня соперники, их много. Новый уровень, потому что это один из самых высших уровней соревнований. У нас была другая программа, не так, как мы тренируемся обычно. Добавлялись новые элементы, новые приспособления. Тренер новую программу составлял именно под нас к этим соревнованиям. Всегда у всех есть взлеты и падения. Это все еще зависит от цикла подготовки. Это каким соревнованиям мы подойдем, таким уже и будем готовы. Наибольшая конкуренция составляет эта команда Минской области, Минска и города Бреста. Все было, в принципе, хорошо, мне понравилось. Есть эстафета и организация, все нормально. Открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продлится по 10 декабря. Так что у брещан есть возможность поболеть за соотечественников.